Mario başladı. Самый защищенный территорию центра культуры вина. Дрожжевое отделение наверху вот видно с этой стороны, да. Тоже итальянский. Около полтора гривны, это получается 10 центов. Сам итальянская потом. Да, ну немецкая и итальянская тут можно сравнивать, конечно. А уже оформление идет, естественно, в общее. Полмиллиона, 500 тысяч бутылок. А что с газом? Мы пробовали, да, классику вот эту. Получается великолепно. Ну и ниже спускаясь, перед нами опять человек. Საქართველოს შუა ოდესურ ველაში. Чтобы там ярче цодить, вообще, а чем добавить себе полицейского, чем сюда, да, ожах магами Михаил Рева, регетти архитектуры, что были, одессе. Ее руководитель. Передам музею шабу. Еще задолго до того, как сюда пришли швейцарцы, Бессарабию и местность вокруг шаба крепко держали турецкие руки.